на парковке, на интервейсе, на платной парковке, куда въезд стоит 50 рублей, сняли дворники. То есть там вообще нет никакого наблюдения, есть ли вообще там камеры, как вообще, зачем люди платят 50 рублей, если их даже там не охраняют? Ну, начнем с того, что людей 50 рублей платить никто не обязывает. И я лично убедился в том, что, давайте секундочку, есть бесплатная парковка. Она находится перед въездом, перед воротами, в Эдельвейс. Люди там не платят, так спокойно ставят машину. Открытые ворота на вторую парковку, тоже бесплатно. Пропускная способность там еще больше, поэтому вопросов нет. Теперь, что касается этих дворников. Сегодня мы говорили с Альбертом Витальевичем официально в администрацию лыжной базы Эдельвейс по поводу вот того, о чем вы говорите, никто не обращался. Ну, есть там какие-то камеры, обеспечивающие безопасность? Камер пока нет, в перспективе. Не знаю, будем смотреть, насколько мы сейчас свои возможности финансовые будем реализовывать. Вопрос напрашивается, я с вами согласен. Обязательно возьмем вооружение. В этом году камеры мы постараемся уже налить. Но так же, как и потеря дворников СВАЗ-2106, она как их наличие при въезде, так и отсутствие, никто не зафиксировал. Но это в качестве добавок для них вообще. Пока только со слов автолюбителя. Но мы ему доверяем. Мы ему доверяем, что они народно понимают. Я с вами соглашусь. Да, с вами соглашусь. Но были и более дорогие машины, которые, к счастью, никто не понравился. Просто об этих дворниках уже знали все города. Про дворники опять? Вообще про назначение. Назначение, мы как бы не в курсе. Вы сегодня не представили никого. Значит, у нас на данный момент официальных я специально об этом не сказал, потому что еще пока официальных назначений нет. Павел Степанович Канатов пока исполняет обязанности. Сейчас мы готовим документы с тем, чтобы это было уже де юре. Вот, вы хотите задать вопрос по поводу начальника по Сабриге, Аникеев. Да, Аникеев на самом деле было принято решение депутатами. Он начал работать с Аникеев. Еще какой вопрос по кадру? Торговый отдел. Мы тоже готовим претендента одного из руководителей муниципального учреждения по начальнику отдела архитектуры. Тоже, наверное, вы хотите услышать. Да, да. Сейчас идут юридические документы, и мы уже, думаю, что на следующем ПДС уже всех постепенно представим. Все будут уже? Ну, все, о которых я сейчас сказал. Нет, у нас вакансии есть, это живой организм же. 236, а? Нет, это нарушение скоростного режима при катании с как это, подушки. На ватрушке. Да, ватрушки. А? Нет, это не у нас в районе, в Волынском районе. Ну, мы попробовали эту ватрушку с сыном на одной горе. На второй горе. Нам же надо. Нам же надо. Драйв, да и все. Ну понятно, да. Все в порядке. Слава Богу, да. Вовремя катапультировался. Выкинул его, он держится, кричит, я отпущу. Я говорю, бросай меня.